Всем привет! Сегодня рассмотрим машинки. В комплекте две штуки у нас идет, окантовочные и для работы, для стрижки. Артикул машинки составляет 1871-2079. Вы этот набор можете купить на сайте zepsus.com, ссылку укажу под видео. Давайте мы ее распакуем. В комплекте у нас идет сумка Moser с логотипом. Что это у нас? Пахучка. Машинка. Давайте мы начнем с сумки. Что у нас в комплекте идет? Та-дам! В комплекте у нас идет сопроводительная документация. Есть на Chrome Style и Chrome Mini. А также производитель подчеркивает, что внесли особенный главный нюанс. Это ножевые блоки в машинке. Чуть позже я расскажу. Так, давайте мы его отложим. В комплекте у нас идет док-станция. Это для Chrome Style. Насадки для Chrome Style у нас идет 4 штуки. 3, 6, 9, 12. 12 и все. Так, они самые обычные, стандартные. Ничего нового не добавили. Я потом одену. Две зарядки у нас идет для маленького, для большого. И док-станция у нас идет для Chrome Mini. Так, здесь ничего нету. Что здесь у нас идет? Есть у нас еще насадка для Chrome Mini. Сопроводительная документация еще. Щеточка. Сэкономили, могли две щеточки положить на всякий случай. Бумажка. И масло. Масла, кстати, очень мало. Могли бы положить чуть побольше. Не хватит на одну машинку. Мне нравится в сумке то, что они сделали отделение. Что насадку вы можете положить, эти все нюансы, они не будут болтаться. Плюс, кстати, сумка в плюсе идет. Видите? Еще один плюс. Так, машинки. Вот они вот так выглядят, красавцы. Chrome Style добавили в новом цвете вставку. Потому что у нас в старом Chrome Style идет черное и белое. Больше ничего не было. Нам уже давно уже надоело. Хотелось бы что-то новое, чтобы они добавили. Давайте поговорим про ножевые блоки. Ножевой блок ширина составляет 46 мм. У триммера составляет 32 мм. Срез идет от 0,7 до 3 мм. Вот регулируется ножевой блок. Сзади есть рычажок. У Chrome Mini идет 0,4 мм. Смотрите. Сравнение, например. Потом я, кстати, именно прочитаю, что добавили в ножевом блоке. Например, вот старый ножевой блок без покрытия. Хочу показать, что именно в покрытии огромный плюс идет. Все основание, они одинаково идет. Рычажок, сам крепление, и все одинаково полностью. И вот, например, с мини я снимаю. Хотя нет. Вот, например, старый ножевой блок, вот новый. Видишь? Здесь больше, например, мне кажется, пластмассы здесь меньше. Ну, посмотрим, как в работе это все будет работать. Так, давайте мы это все отложим. Кстати, вот для сравнения. Сейчас я одену. Вот новый и старый Chrome Mini. Какой тебе больше нравится? Это? Молодец. Ладно, погнали. Давайте я вам именно прочитаю, что входит в состав ножевого блока. Эти ножи являются самыми точными и самыми выносливыми ножами благодаря специальному карбоновому покрытию, инновационному углеродному покрытию с алмазоподобными свойствами. А, и еще хочу обратить внимание на то, что именно в документации написано то, что ножи особо ухода не требуют. Мне кажется, это большое вранье, потому что вы должны ножи каждый раз снимать и смазывать после каждой стрижки. Потому что чем вы больше будете смазывать и ухаживать за ножевым блоком, тем вам не придется зайти на сайт zepsus.com и заказать новый ножевой блок для машинки. Кстати, давайте я сразу одену насадку. Туго одевается. И давайте еще одену сюда на Chrome Mini. Тоже туго одевается. Это
хорошо. Двигатель поставлено только у машинки. 5500 частота строк. Цвет у нас идет графит. Вес машинки составляет 290 грамм. У триммера тоже составляет... у триммера составляет 130 грамм. Батареи. Батареи литий-ионные, без химической памяти. Триммер работает 100 минут, заряжается 120 минут. Машинка работает 90 минут, заряжается 60 минут. По зарядке и по ножевым блокам регулировка и батареям, они одинаковые. Что старое, что новое. Отличается первое корпусом, ножевым блоком и суммом. Ценам общим. Чуть в конце я расскажу. Есть, кстати, LED-лампочка, то есть будет вас информировать, насколько уровень батареи зарядки. Вот они вот таким образом горят. Когда вы будете подключать зарядку, будет характерный звук. Будет характерный звук. Так, давайте суммируем общие сложности. В чем плюс заключается этого всего? Например, если мы возьмем, отдельно купим старый Chrome Style, он стоит 4250. И купим старую машинку, старый триммер, он стоит 2575. Общая сумма 6825 гривен. Новая машинка на сегодняшний день стоит 6000 гривен. Экономия идет 825 гривен. Это огромная существенная разница. Вы можете на 825 гривен купить на сайте zesus.com все что угодно. Так, второй плюс по корпусу. Нам уже давно уже надоело Chrome Style в белом и черном цвете. Хочется что-то новое. Наконец-то они хоть что-то сделали в корпусе в новом цвете. И самый тоже большой плюс – это ножевые блоки. Благодаря новому покрытию вы можете дольше работать и не затачивать ножевые блоки. Так что, если вы хотите эти машинки… кстати, и плюс еще сумка. Вы можете это все нюансы запихнуть вот сюда и… положить куда вы хотите или с собой носить. Так что, если какие-то дополнительные вопросы будут, задавайте с удовольствием, я вам отвечу. Подписывайтесь на наш канал, переходите на сайт zesus.com, мы вас ждем. Так что, всем спасибо большое, всем удачи!